Так, да, я готов. Дим, готов. Раз, два, три. Так, ну давай, Макс. Ну, не-не-не, просто сначала сторону, потом нарисую, потом еще. Сторона НАТО со стороны России. И берешь Макса, да? Да. Беру Ромича. Так, Ромич, да? Бег можно брать. Так. Все, читай быстрее. Давай, Тимаш. Так, кота по дешевке взять или что? Юра уже не цел. Фанат не захотел, не? Дешевка. Я смотрю, ты это распетушился в последнее время. Тогда вроде не дешевский меч. Там 437 очков, короче, за. Юра подешевел. Рынок упал. Давай катаем. О, и Санчес Рейвен же закинул. Окей. Дим, как говоришь, так и сыграю. Так. Блуда, Туби, Сталкер, Стех. Блуда. Так, Блуда. Рейвенш. Так, а Туби с нами играл, но немного, я возьму его. Давно вроде было, но играл. Туби за НАТО. Так, Сталкер, ты играл раньше? С вами я не играл. Не играл, да? Ты знаешь, как бы играл играть? Я знаю. Ты знаешь? Там, куда по танкам стрелять, каким снарядом по танкам стрелять. Я знаю. Давай с тобой. А, я его не могу взять. Только это, в игре, потому что не могу вас снарядить. Подожди, обнови там сервер. Пароль 3 единицы. Ну, у тебя фильтров нет пароля, ну и статуса нет. Димаш гостит. Да. А это за кого? За РФ. Тогда я не помню, какой пароль еще раз говоришь? 3 единицы. 3 единицы. Кот вниз, сталкер вниз. А че он сидит? Не поставил ни галку, не ушел. Ёп, куда он свалил? Он тут. Ты там охуел, что ли, блядь? Ты бери, сидишь, думаешь, пиздюлей не получишь? Ну что, да. Buddy left channel switched. Buddy joined your channel. Buddy joined your channel. User was moved to так. Your channel. Так. User joined your channel. Тимош, такая же тактика, как и вчера. Какая была вчера? Ты идешь налево в лес на сдерживание. Ладно. Макс авиация. Туби на центр, а мы с Блудой направо, но смотри, Блуда, если что, если я там первые 5 минут увижу центр не очень, пойдешь ему помогать на центр тогда, я справа один останусь. Принял. Да. Ну, если очки будут, там, я не знаю, может быть, Тима еще придется помогать, я думаю, у него двое будет. Может быть, хотя фиг его знает. Ну, у меня танки на поддержку пойдут, если что. Макс тогда этот АМПВшку, я не знаю, либо по центру, либо к Тимошу налево, в лес туда. Ну и в принципе этот, Макс, можешь отряд пехи взять, чехов, раскидаешь их по деревне там, чтобы с крайней обошли. Нет, я не буду тратить деньги на авиацию, чего гонишь.
Что не на пехоту? Ну, у тебя все равно таймер, она эти 50 очков окупятся. Да. Мне потом, может, 50 очков не хватить, не хватит самолет. Авиация никогда не должна брать ничего, кроме авиации. Ну и машины поставлю. Я займу весь фланг. Там, может быть, кто-нибудь, если... Ну ладно, если что, тогда посмотрим. Короче, Блуда у нас тогда какой джокер будет. Че еще раз? Я говорю, будешь джокером. Ну, сначала изначально идем справа, там посмотрим. Потому что... А, Туби, смотри, берешь бригаду Бундесвера, да? Бригаду Бундесвера выбрал, сразу самая верхняя вкладка, машинку на центр посылаешь, да? Там у тебя этот Мардер будет, Мардер можешь в пехоту посадить, чехов. И танки, собственно. Так, ребят, меня, кажется, надо одного на фланг нельзя, потому что мне нужно будет отойти минут через 10, ненадолго. Ого. Так, к сожалению. Блуда, давай тогда с Тимошем налево. То есть в лесочек, да? Да, 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 да. А Макс тогда направо, АМПВшки там попробуешь захватить на точке, поможешь. А ненадолго это на сколько, Тимош? Не знаю. Машину разгрузить. Но не грузовик, не боюсь. КамАЗ? Не знаю, боюсь ли еще. КамАЗ расщеплен, да? Боюсь, должно быть надолго. Ребят, берем ПВО. ПВО на какое-то для новичка объясняю. Это ВБЛ Мистраль или Мистраль на станке? Что-то не слышно, прям сигнал кончится. Кого берем, он говорит. То есть ПЗРК или ПБЛ, либо этот. Ну либо машинки, либо станковые. Разница. Падение. У всех падение. Или только у меня? Пехота вообще жестко тупит. Здесь что-то едет, Санчес. Угу. О, когда? Т-30 поставили. Когда они успели? Отсюда рвутся. Готовься. Два танка. Ты убей пехоту, используй. На центре. Я с танком стреляю, помогу. Пехоту тоже не забывай. Да блин, мне два танка купнули. Как так? Так, у меня еще, подлагивает так изначально. Работаем по танку втроем. Тимош, поставь паузу ненадолго. Сейчас Санчес этот догонит нас по, пакетам. А чё пауза? Санчес за падение. Пакеты будем выгонять. Понятно. Но можно предупреждать о паузе, пожалуйста, еще раз? Сорян. Buddy left your channel. Чё? Санчес, чё там? Чё? Запускаемся, поехали. Сейчас, подожди. Так, ну додолбаем его. Троем. Да-да-да. Сейчас он охренеет. Блять. Загорелся. Ты ничего, долбаем. Пехоту, пехоту подводи. Пехоту подведу.
Продолжай долбать? Давай, я дальше поеду, смотрю, еще ничего не было. Так, ребят, точку там захватите у себя. 20 секунд, держи, Сань, сейчас все. Лечу, разломаем. Долбал, я пехоту пока раскидываю. Сейчас двигаем дальше. Мне танк пытается забить. Так, мы тут как проломили немножко. Если на центре нормально все будет. Пехоту быстрее. А, у меня двое здесь, ребят. Долбите, а то Санч там тоже вдвоем долбит. Да, меня двое долбит. Надо это. Раздолбите сами. Так, у меня бехи, танк сейчас 20 секунд до танка. Лечу, Санчес. Давай. Так, у меня 25 секунд стоит. Будет танк. Беху выбиваю. Арта подтянулась. 17 секунд. Метка мы. До третьей нет, зайти, Санчес. Сейчас попробую. Да. Сейчас попробую наглую выпить. Хотя я не буду рисковать, я на уехал. Не успеваю все, пехотой. По мне арта долбит. Сейчас у меня пехота долбит. Так, у меня тут двое, конечно, пехоты. Пытается захватить, так. Так, внимание, поехали танки. Блуда, осторожно. Да-да. Так, один меня раздолбали. Работаем по тому вдвоем. А, нет, все, отставить. Санч, там густо свети. Вижу, свечу. Или там же ночью плохо, надо помочь этому. У меня плоховато, ребят, мне прям вообще превосходство. Черта меня доебет когда-нибудь. Макс, а ты можешь сейчас попробовать пролететь за ней? Могу. Вот за ней и за танками, вот эти. Сейчас я Санчес там долби, надо помочь ему проще. Ладно. Так, все, ребят, слева захватите точку. Слева. Сейчас у меня электрик приезжает. Танч долбил танк, добиваю его. Я полетел к своей эти, на левый фланг слетаю. Танки удолбаешь, и мы удержимся. Точки надо толпу сходить, чтобы нам пошли очки. У меня экипаж выбили там. Я пошлю. Нет, танк ушел в жопу. Блин, не навелась. Не, ну хорошо прорвали, хорошо. Прорвали-то вы хорошо, вы точку не захватили. Да, а как и я. Тыловая точка, там все уже, приказы идут. Я не знаю, ребят, надо укреплять тогда то, что есть, и один мне нужен на помощь. Выдал башню вашему, да. Ясно, еду добивать. Дал еще ракету. Да, блин, привод пушки, ё-моё. Дай ракету тут. Так, ребят, все, я пошел. Я ненадолго. Да. Да, быстрее постараюсь удержать. Оборона там не работает. Потери.
ребят, по мне АК работает. Откуда, не знаю. Ряки, я сейчас занесу тебя сюда. Вот я там. Мой АГС долбит. Ребят, как там справа все нормально, да? Справа, то есть слева. Ой, слева, то есть слева, слева. Слева, слева. Так, по мне огонь ведется, арта близко находится, где в этом районе. Нечего пока не сидеть арту. Да мне и подсветить нечем, понимаешь? А мне надо удерживать, блин. У меня есть только бомба, а от бомбы он едет просто-напросто. Ну, едет, да. Если есть где-то скопление пехоты, говори, я бомбану по ним. Кап брошу. Я охуею, как Черчилль живет, блять. От туров это пиздец. Черчилль же Басил живет. Ой, так, ну пехоты здесь скопление. Черчилль. Димка отсюда наступает. Ну тут... Бросил туда. Вся поляна в этом. Пула летает. С тобой, Санчес. Они мой леплер утаскивают. Причем он целый, там БК полный. Замочу его. Этого ПЗКшника замочил. А он пушки это аккуратнее. Я этот вызвал. Ладно. А тунгуска, блин. Жалко, у меня перезарядка была, я попал бы, по-моему. Все, я пришел. Ага, давай эту РДМ-ку принеси, потому что заебало нам. РДМ-ку? РДМ-ку. И пехоту рассадяна у тебя тут скучковано. Принято. Я просто как вызвал, так и... Луда, ну что, наверное, тебе нужно... Поддерживать направо, да? Да, направо, ребят, надо вот эту точку отбить и все. А я уж тут как-нибудь сам. Сейчас вообще я тупо.
уходи, уходи, уходи. Надо тут пехотку подавить еще. Дави пехоту. Так, здесь тунгуска, Макс. Я вижу, опустил по ней уже. Так, ей пизда. О, тут, оказывается, танчик шестый. Вообще-то надо, да, может, вдвоем проедем пока. То у меня тоже деньги есть. О, град спалил. Так, тебя взорвали? Нет, я тут катаюсь, блядь, я град его сейчас вынесу. Давай, я к тебе сейчас присоединюсь. Я, наверное, там одному... О, блядь! Чуть-чуть не успел. Так, где вот этот? Ты не успел, Макс, я сейчас... Макс, я попробую его выбить. Град вынесу. Став уничтожена. Ясно, я за градом. Вот он стоит. Не стоит. Вынес. Я контужен, но живой. Не, ну красиво пройдёт, спасибо. Так. Пауза. Пауза. Так, это-то... А, не угнали тут танк. Фигово. Я подбил его, Санич. Леклерк. Леклерк? А, тот? Отлично, тот отлично. Я немножко выравниваю ситуацию. Вот. Просто мне надо очки копить. Тебе помощь нужна? Мне? Ну да, нужна. Мне надо... Короче, смотри, ты приходишь, идешь в самый край справа. Надо оттуда ревенджерскую пехоту убить, чтобы она не подсвечивала подходящие войска. Я тебя понял. А я буду заходить на эту точку. Эту точку возьмем и держим все, что есть, и будет отлично. Далее надо только... Я к тебе отряд пехоты с танком. Да, только ты следи за ним, потому что тут и арта по нему отработает. Арта, а ты уже нет, я уничтожил. Ну, нет, пока не будет, но... Мы град уничтожили, а там ну, возможно, град будет, это. Град будет. Он града, наверное, даст. Ну, я убил, град, я говорю. Град убили, там ста у него жива, насколько я помню. Ну, я убил. Всё, значит, ничего не будет. Всё, ребят, значит... Выравниваем справа, укрепляемся. Центр нам отлично. Центр попробуй продвинуться вот до вот тех камней, то, что впереди. Вот, блин, сейчас паузу берут, я дам метку тебе. Где бэха вторая? Двумя-тремя пехотинцами ползком дымы там кидай пехотой. Дымы, знаешь, да, как дымы кидать пехой? Да, знаю. Ну вот, кидай, кинул дым, до дыма дополз, дальше кидай дым. И вот так вот, тремя-четырьмя разведуй там. Можешь даже туда, в яму туда, двоих-троих посадить по всей яме, там они пусть светят. Желательно с РПГ, чтобы если кто-то поехал. Да, главное не убирай ту пехоту, которая на обороне, вызови новый отряд для атаки, там, для разведки. И смотри еще, к тебе бэха по дороге едет. Так, а мне надо 72-ку-то выбивать, мне башню выбил. Поехали, ребят. А попла летает.
Может, пинг, кстати. Я помогаю. Теперь. Так, что, ГГ, ребят, да? Таби. Кикать Таби? Ну, или Таби, выйди, Саша. Да, Таби, Таби. Ну, или выйди, Таби. Хорошо. Я не могу что-то его исключить. Мы же победили. Таби, а, ладно, ребят. А, одну катку без меня, я отъеду. А на следующую подойду. Нас, смотри, у кого производа. Чуть Таби вообще. Чем ты кикаешь? У него же красная производа. И он был нормальный, да. У Тимы же вообще красный.